Раз, два, три, здравствуй. Привет. Сколько тебе лет? Мне 19. 23. Здравствуйте. Мне 23 года. Где же не мама? Валик. Очень приятно, Аня. С чем занимаешься? Я работаю. Кем? В Монобанке. Менеджер по работе с клиентами. Я снимаю ТикТок, читаю книги, отдыхаю, ну, не знаю, с друзьями, активный отдых. Активный вид. А у тебя есть мечта? Так, звичайно. По-перше, подорожі – це хобі дуже велике. Батькам як-ніяк помогти. Класно. Так. Меня Богдан зовут. Очень приятно, Аня. Сколько тебе лет? 23. Мне 24, если это важно. Вау, серьезно? Да. Наконец-то. Я выгляжу больше, меньше? До 23. Ну, супер. Я занимаюсь спортом. Я катаюсь на роликах. Это очень странно, наверное, звучит. Да, профессионально. А какие у тебя цели в жизни? Я хочу сделать так, чтобы, когда я умер, обо мне говорили, что я сделал что-то очень большое и сделал жизнь людей лучше. Блин, ну ты четкий на самом-то деле. Спасибо большое, мне приятно очень. Для меня важно в жизни найти себя. А на каком ты сейчас этапе? На вступительном, можно сказать. Жизнь только начинается. Прости. Очень грустно, почему? Так. Как тебя зовут? Женя, а тебя как? Сюзанна. Сколько тебе лет? 18. Вот давай, пицца с ананасом или без? С. На кого ты работаешь, учишься? Подрабатываю актером. Учусь в педагогическом университете, я будущий историк. Что у тебя больше всего нравится проводить как время? Где-то за границей. Где ты была? Шри-Ланка, Доминикан, ну, Египет, Турция, это такое. Давай еще пообщаемся. Даша. Сколько тебе лет? Сколько дашь? Я бы дал 18, но я думаю, ошибусь. Правильно, 18. 18? А тебе? Мне 20. А чего глаза красные? Надуло. Холодно на улице очень, я люблю. Надуло? Холод не люблю. Виталик. Ну ты выше меня. Любишь ТикТок? Нет. Ну у меня есть ТикТок, но я не особо люблю. А ты снимаешь? Не, я ничего не снимаю, я просто смотрю, мне нравится смотреть. Ты учишься где-то? Да, учусь. На кого, где? На журналиста, Фоплавского. Ой, где я только не учился, я уже забыл. Я колледж закончил, потом универ закончил, сейчас опять в универе учусь. Понятненько. Привет. Привет. Дима. Саша, приятно, ты так неформально выглядишь. Куришь, пьешь? Не курю, не пью. Спасибо. Неинтересно было. Дима. Маша, какую бы суперсилу ты хотела? Читать мысли. А ты? Интересное путешествие во времени. Привет. Привет. Саша. Сколько тебе лет? 22. Мне 21. А работа? Я риэлтор. Ну, у меня три профессии уже как есть, но пока на одной остановился. Футурама или Симпсоны? Симпсоны. Привет. Привет. Я Маша. Я Валера. Сколько тебе лет? 22. 22. Нормально. А тебе? 25. Настя. Валера. Учусь на граф-дизайне. Я отучился, я работаю граф-дизайнером. Я курсы закончила, сейчас просто практикуюсь. А где курсы? Кама. Класс. А я ты? Там же был. Да, на бейсике. В SMM-агентстве работаю, плюс там какие-то у меня фрилансовые штуки. Так, потом обменяемся контактами, okay. А я дальше посмотрю. Да, интересно просто посмотреть, кто еще есть. Со всеми пообщаться. Сколько лет тебе? 18. 18. Да. Ты прям младше выглядишь. Да? Угу. Спасибо. Это ты меня еще без очков, наверное, не видел. Сколько лет? 25. Много тебе, да? Привет, Валик. Лера, приятно. Ты навчаешься зараз? Навчаюсь. На кого? На маркетолога. А працюєш, ні? Працюю асистентом режиссера. Зрозумів. А як відносишся до куріння? Спокійно. Зрозумів. Прости, пожалуйста. С каким бы едой или напитком ты себя сравнила? Суши. Суши? Почему? Вкусное и бывает с васаби. Кем работаешь, чем занимаешься вообще? Пока что учусь, программист. Я поняла. Сюзанна. Сюзанна, очень приятно. Я учусь в медицинском. Где? КМК номер 3 в колледже. А почему медицина? Я не подписала с мамой контракт. Что увеличивается в 7 раз при возбуждении? Это зрачок. Привет, я Привет. Богдан. Как Привет. Тебя зовут? Сюзанна. О, мне тоже очень. У тебя там вопросы, да? Сколько хорошо, тебе давай. Лет? Мне 24 года. Я занимаюсь спортом. Это моя основная деятельность, которая меня кормит, ну и учит. Прости, пожалуйста. Блин, ну телефон. Ну вопросы с телефона. Возможно, я просто такой. В какую мне камеру? Но проще запомнить. Привет, меня зовут Богдан. Маша. Очень приятно. У тебя есть вредные привычки? Да, я курю. А спортом занимаешься? Иногда, когда есть настроение. Как ты себя можешь описать? Вот я такая. По-хорошему хаотичная. Это необычно. Прости, не люблю курящих. Чуваки, курить вредно. Чем занимаешься? Учишься, работаешь? Учусь, работаю. Круто. Где учишься? Учусь на медицинском факультете. Серьезно? Медицинская психология. Окей, я занимаюсь музыкой. Когда Дорн оценивал то, что мы делаем, он сказал, что мы записываем
Электрошансон. Ансон. Я думала, это уже не модите. Ну почему? Меня это задело. Меня зовут Богдан. Настя, что ты сегодня делал? Мы записывали видео на YouTube, как кататься по снегу. То на есть роликах. Ты ютубер? Я пытаюсь вести активную жизнь в социальных сетях. Ага, я поняла. Потом. Круто. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. И если вы хотите поучаствовать, и вы с Киева, вам есть 18 лет, обязательно заполняйте анкету по ссылке в описании и приходите на съемки. Идем дальше. Юра. Приятно познакомиться. Сколько тебе лет? 22. Який типаж ты любишь хлопцев? Більш брутальных, чи милых? Главное, чтобы человек был хороший, интересный, было весело с человеком, чтобы чувство юмора было. Понятно. Какие типаж девушек тебе нравятся? Мне подобається більше типаж суки. Ты до якого типажа себя относишь? Я не сука. Ну, потому что ему нравятся суки, а я милая. Приветики. Я Настя. Я Виталик. Как дела? Отлично. У тебя как дела? Отлично. Сколько тебе лет? А как думаешь, сколько мне? Я не знаю, ну примерно 20 там с чем-то, может быть. 23. Окей, а ты сама с Киева? А, нет, я под Обуховым. Ой, под Киевом в Обухове. Ну, он спросил, где я живу в Обухове, и в принципе как-то, ну, не нравится. Привет. Привет. Извини, пожалуйста. Эмо-бой или как? Ну, я не люблю такие, я люблю больше натуральных пацанов. Приятно познакомиться. Взаимно. Ой, господи, это линзы или у тебя глаза? Нет, это реально. Я терохромия. Капец, первый раз вижу такого человека. У тебя есть какие-то хобби? Да. Каким? Нарисование, пение. И что, получается, давно рисуешь? Ну, понемногу, немножко осваиваю веб-дизайн, поэтому приходится. О, класс, я бы тоже хотела освоить веб-дизайн, кстати. Так в чем проблема? Сейчас это вполне возможно и очень просто. Я просто купила курс таргетированной рекламы, короче, фигня полная, поэтому вот я ошиблась. Хотела веб-дизайн, но извини. Не знаю, просто не понравился. Сколько тебе лет? 25. Мне 19. Нормально? Нормально. Хорошо. Я по малолеткам. Что бы ты хотел попробовать в жизни? Айаваску. Точно. Что? Это типа галлюциноген. В школе есть тесты по чувству юмора. Как ты считаешь, они правдивы или нет? И сколько ты набрала? Нет, ты сначала скажи, правда или нет? Думаю, неправдивая. А я думаю, что правда. У меня 10 из 10. Твой самый большой минус? Вообще не хочу говорить, скажу, что я типа вспыльчивая, но вообще-то я ленивая. Удалила ТикТок. Вот, так что уже получается лучше. У тебя есть там, как ты вообще относишься к этому? Отлично, но пока не получается. Ну, я просто сначала была подписана просто для смехотулек, а потом начали попадаться типа какие-то не лайфхаки, а прикольные штуки, которые бы я хотела попробовать. Вот есть. Я... Поздравляю! Круто! Иди сюда. Ты с Киева? Родом или живу? Живу в Киеве, родом не из Киева, с Черкас. А я Чернівці. Стоп, 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 мне главный вопрос. Такой банальный. Ты не рыба по гороскопу? Ні. Для чого запитувати гороскопи? Ну, не при першій зустрічі, це точно. Як мене Саша зовут? Як мого братана. Твого братана мальчика чи дівчинка? Мальчик. Понятно. Я йому Шурик кажу. Ти обіжаєшся, якщо на тебе Шура говорить? Ні, не все одно. Ти юзаєш щось? В Чернівцях, так, да, приходилось, але зараз ні. Ну, я... Извини, я проти цього. Дом или отдыхать дома, или в клубі? В клубі. Давай ігра? Давай. Ігра така? Ні, давай ігра отак. Хорошо. А у нас сейчас будут гляделки, можно какие-то читы использовать, кто моргнет, тот и выходит. А, нет, ну ты что, я так не смогу. Давай, начнет три. Раз, два, три. Все, ты проиграл. А что ты встаешь? А ты не нужна! Отлично. Сколько тебе лет? Мне любви все возрасты покорны, да боже, зачем тебе это знать? Ну, мне вообще 15 на самом-то деле. Что обычно смотришь? Фильмы, сериалы? Вообще люблю сериалы, наверное, больше. Ну и... Я больше люблю аниме. Выглядишь очень мило. Спасибо. Настя, сколько тебе лет? Мне 19. Я Дима. Приятно. Сколько тебе лет? 18. Возраст не помех. Привет, давай так сразу, без игр. Окей? Первый вопрос. Красное или белое вино? Я не пью вино. Ты не пьешь вино? Что ты пьешь? Ром. Чем ты занимаешься сейчас? Сейчас я занимаюсь... молодежной политикой. Это основная моя деятельность общественная. И в ней я получаю свое основное удовольствие. Как относишься к психосоматике? Веришь? Нет, если это честно. Вот такой вопрос. Атеистка? Нет. Отлично. Классный вопрос вообще-то. А ты куришь траву? Нет. А если тебе все в человеке нравится, кроме чего-то во внешности, ты будешь его менять? Или просто... Человек меняется, сам себя меняет. То есть окружение его меняет. Ты будешь его подталкивать к этому? Если это хорошее изменение, то да. Аниме или сериалы? Сериалы.
Я просто на рандоме вопрос придумал, потому что я забыл, что я хотел спросить. Знаешь порнофильмы? Да, конечно. Но я их не слушаю. Почему? Потому что я не люблю старый панк-рок. Еще скажи, что не любишь панк-рок. Это будет странно. Ну, типа пошлая молли такое, да. В принципе, заходит. Тогда... Ладно. Ну, вообще, это не мой типаж. Привет. Привет, а Саша? Даша. Сколько? Сколько Даш? 20. 18. Неплохо. Маленькая? Не мой типаж. Good. Юра. Сюзанна. Коли останнє раз зустрічала? Я чекаю відповідь. До свидания. Скільки років? 18. Чим займаєшся, скажи? Работа, друзья, иногда искусство. Тебе скільки найдовше стосунки тривало? Где-то полгода. Мы не подходили друг к другу, слишком разные люди. Окей, хочешь, я тебе покажу свой самый бесполезный скилл? Давай. Ні, це може пригодитися. Не знаю, там імітація дрочки теж. А взагалі, яким спортом займаєшся? Я дуже багато хожу. І що, як успіхи? Однажды ко мне подошел педофил и пытался доказать мне, что я ребенок и я классный. И что, не підіграли йому? Ні, мені пришлось доказати, що я взрослий чоловік. Поздравляю вас, Мерсі! Ну, тебе где-то 22-23, да? Ну, типа. Угу, вот. Окей. А тебе сколько? Мне 23. У тебя уточки? Я работаю, в основном весь в работе полностью. Какая работа? Я не могу сказать, это на видео пойдет на интернет. Хочешь семью? Конечно, детей? Хочу, да. А к детям как относишься? Отлично, прекрасно, троих хочу. Первый мальчик, потом идет девочка, а потом идет снова мальчик. А как относишься к девушкам, у которых дети? Бля, что у меня? Хорошо. Никаких вопросов больше, блядь. Я буду плакать, и знаю, это из-за тебя. Ты потерял все счастье в своей жизни. Два счастья.